Всем привет! Продолжим марафон наших масок. Сегодня речь пойдет о масках тканевых. В Oriflame есть в серии Novage 3 вида маски. И в Life Nature есть 2 вида пока масок. Но сегодня я буду делать Novage. Мне очень нравится эта серия. Она дорогая, но в этом каталоге она с очень хорошей скидкой. Поэтому есть возможность приобрести одну из трех. У меня в данный момент разглаживающая питательная маска. Она, как и все остальные, это ткань Tencel. Тонкие волос, тонкие древесные, да, получается спрессованные опилочки древесина. Плюс активные вещества – это стволовые клетки растений и витамин В3, который дает сияние нашей коже. Я уже пробовала, я уже писала, и я сегодня буду опять ее делать. Но для начала мы берем, очищаем наше лицо. У меня мицеллярка серии Life Nature. Можно взять любое другое средство, которое у вас под рукой. Открываем нашу маску. Сразу скажу, в ней очень много сделано активных веществ. Получается, что маска аж прям купается в этих веществах. Не знаю, наверное, не покажу. Вот там вот очень много ее оставляется. И вот это вещество, которое остается, ее можно потом... Вот маска получается вот такая мокрая-мокрая. И вот это вот вещество, которое остается, можно использовать на зону декольте. Разворачиваем аккуратно маску. Она не рвется. Вот такое приведение. И раскладываем. На себе. И уходим релаксировать. Вот прошло 15 минут релаксации. И мы его снимаем. Снимается очень легко. Остается жидкость. И мы ее массажными хлопковыми движениями вбиваем. И плюс немножко попозже я освобожу зону декольте. И оставшаяся жидкость из пакетика, которая там у меня осталась, да, от маски, с питательными веществами, стволовые клетки, витамин В3, я буду наносить на кожу декольте, чтобы она тоже немножко попиталась. Сейчас маска, как я уже и сказала, с очень выгодной покупкой. Берите себе любую из трех видов, которая, как вы считаете, нужна вашей коже. Или можно приобрести в подарок, а то я иногда так маму балую себе. Она тоже восхитительна. Релаксация от этой маски. Хорошего вечера вам!